Жители Дианы бывали на вашей планете. Но люди, которые прежде встречались с вами, погибали. Может быть, такая же участь ожидает и нас? Мы не хотели и не хотим этого. Эта стена оберегает нас от Брока? Да. А если ее убрать? Тебе будет очень больно, как тем другим. Нам это нужно знать, чтобы понять вас. И тебе не страшно? Нет. Хорошо. Стены между нами больше нет. Жалко его. Мой кибер мужественно боролся. Саша, пусть компьютер займется результатом эксперимента. Видеопленку посмотрим в фотон-рапиде. И тебе не страшно? Нет. Хорошо. Стены между нами больше нет. Уточните, какая опасность грозит Земле. Вот это Земля. Отсюда, из-за пределов Солнечной, к Земле движется космический вихрь. Он несет губительный вирус стеклянной болезни. Мы не могли допустить, чтобы жители Земли погибли и создали защитную петлю Ориона. Мы хотели сообщить об этом как можно быстрее и посылали сведения в мозг астронавтов при помощи экспресс-метода. Ваш мозг не выдерживал насилия, но вы нам помогли. И теперь мы начинаем понимать друг друга. Главный компьютер. Слушаю, командир. Все сведения о петле и о космическом вирусе срочно передать на Землю. Выполняется, командир. Теперь нужно 100 раз подумать, прежде чем сделать следующий ход. Что мы узнали? Эти голограммы... Ты прав. Они сжимают информацию. А стена растягивает информационный код и охраняет наш мозг. Кибер без защиты выстоял всего лишь 20 секунд. А человек выдержит только 6. Вот почему Август почти ничего не запомнил.